Бутерброды – это традиционная закуска на праздничном столе, их можно сделать маленькими порционными, а можно обычные на батоне, в любом виде будет очень вкусно, в нашей семье их очень любят. Вместо батона можно использовать багет, тогда будут получаться мини-бутербродики, как говорится, на зубок. Такие бутерброды можно взять с собой в дорогу или на пикник, а можно просто приготовить в качестве перекуса. Список ингредиентов в конце видео. Измельчите чеснок. Добавьте к нему тертый на мелкой терке сыр. Добавьте немного укропа и майонез, перемешайте, чтобы получилась консистенция пасты на маске. Батон нарежьте на кусочки и намажьте получившейся пастой, выложите по листику листового салата. Подписывайтесь и ставьте лайки. Сверху разложите помидоры, нарезанные кружками. Подписавшимся, больше вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Батон 1 штук, сыр твердый, 200 грамм, чеснок 3-5 зубчиков, майонез по вкусу, помидоры 2-3 штук, салат листовой 1 пучков, укроп 1 пучков, количество порций 3-4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До свидания, друзья!